Всем привет! Испытание равновесия под номером 5, 70 уровень. Поехали. Буду проходить с персонажами. Погодите, давайте назад вернемся. Я немножко поспешил. Здесь смотрите, нам что потребуется. Сервал. Понятно. Этих двух мы тоже возьмем. И я думаю, да, Герта. Ну, эта пачка, по идее, должна сработать. Вместо этого мы поставим вот так вот. И сервал, конечно же. Вот таким составом будем проходить. С учетом того, что у меня 4-звездочные персонажи, которые есть у всех, ребят, я уверен на 100%, что вы сможете пройти так же. О, опять же здесь нет карты. Нужно двух будет убить. Ну, с кого начнем? Давайте вот с нее начнем, я думаю. Что мы можем сделать? Конечно же, усиление перед атакой. Поехали. А, кстати, я еду не использовал. Но здесь... Ишь, вручную придется сражаться. Ладно, давайте. Готовы. Давно я это не делал. Надо было еду использовать. Ух ты. Они мне еще побитые, кстати. Как же она больно бьет! Безумие! Так, ребят, сосредоточились. Давайте на всякий случай сделаем вот так вот, вылечить надо обязательно. Да, битва будет очень серьезной. Дань Хэн подошел бы здесь, кстати, тоже неплохо. Но я думаю, что самый грозный соперник будет последний, вторым, поэтому... Ах, не надо было мне лечение использовать. Жесть, еле-еле я. Я не знаю, но я не пробиваю на самом деле. Так, одна сервал, по-моему, может наносить нормальный урон, кстати. Но зато следующего мы сможем легче намного убить. Есть! А, не надо было. Ну, к сожалению, ладно, уж ничего с этим не сделал, случайно нажал. Так, мы ее оглушили, это уже хорошо. Так, отлично, отлично. Вы уже догадались, что здесь, в принципе, уже с ней-то почти справились. Так. О, есть. Электрический урон дополнительно наносится после каждого... После начала каждого хода ее. За счет сервал, потому что она реально очень хороша здесь. Здесь какая-то... О, минус Герта! А что в этом случае делается? Интересно, объясните мне, пожалуйста, как я буду убивать второго. Ладно, хорошо, я понял. Посмотрим, может быть, сможем мы воскресить или нет. Тоже важный момент. Возможно, с помощью еды мы это сделаем. Этот персонаж не может сражаться, использовать. Что? Погодите, а мы можем на Б нажать, например? Допустим, да? Переключиться на еду. Еда-то есть у нас? Восстанавливать 4 очка техники? Нет. А какие у нас вещи исцеляет выбранного персонажа? А мы можем вообще... А, тут только защита. Видите, я сделал большую ошибку. То есть здесь у нас идет восстановление. Исцеляет, восстанавливает... Ой, да, слушайте, ну я продолжу, мне безумно интересно, но с учетом того, что у нас есть небольшие трудности, я предлагаю тогда воспользоваться. Да, давайте так сделаем. И что еще может нам пригодиться? Защита, конечно же. Давайте защиту какую-нибудь тоже поставим, потому что с тремя будет сложно, на самом деле, пройти. Не допускайте такую же ошибку, как у меня.
Надо было изначально еду использовать. Было бы проще. Так. Это уже жесть просто какая-то началась, если честно. Втроем? Как же нам сражаться-то втроем? Йоу. Так. А вот Герты здесь как раз будет очень сильно не хватать. Вы уже догадались, да? Но это уже... Я мог бы заново, конечно, начать. Но нет, нет. Да хорош! Да невозможно! Я так знал, что он будет самый сильный среди всех. Ой, как же больно. Давайте сразу лечить, потому что сейчас, если будет атака по ней, то это будет очень плохо. Даже так, да? Очень сильно, очень сильно. Просто до безумия. Так. Причем они у меня неплохо так-то прокачаны. Отлично, 50, 50 осталось. Да прекрати ты свое подкрепление брать. Ну это невозможно ведь. Ладно, давайте не будем по нему бить, а то он ответку будет свою кидать. Особенно для сервала это вообще сейчас никак не нужно, кроме вот... Вот так бы можно сделать, конечно. Ух ты. Жесть. Используем, да? Ну давайте используем. Понял. Лечение обязательно, прям 100%. Без этого никак. Бесконечно будет. Так, контратака. С учетом того, что контратака нам сейчас будет очень сильно мешать, давайте не будем бить по нему. Так, а вот здесь это надо будет бить. Да, ситуация была бы намного лучше, на самом деле, если бы я в самой первой битве, которая у нас была, использовал еду. Как же близко. Ладно, все, здесь уже никак, если только бить по максимуму. Есть. Есть. С трудом, но вышло. Вышло. Наконец-то. Нам удалось поднять... Уровень возвышения. Я правильно понимаю, что я могу отсюда теперь спокойно выходить, да? Да, спасибо. Давайте, знаете что? У меня, в принципе, сейчас, если я не ошибаюсь, уже... Да, мы можем полететь на поезд, посмотреть, какие награды доступны. Да. Я ждал, конечно, чуть более простого решения, но смотрите. Так, за 61 мы взяли, и так далее у нас будут особо ничего интересного, да, как я понимаю. На 66-м, на 67-м недоступен. Ну, в любом случае, неплохо, да. Таким составом можно проходить. Еще раз напоминаю, что можно было бы отыграть лучше, конечно же, но с такой пачкой, как вы уже догадались, пройти это можно. Возвышение сейчас у нас доступно, это прекрасно. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотрите видео до конца и подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Увидимся, пока-пока.